Я думаю, сегодня игра была интересная для зрителей. Неплохо начали, но, к сожалению, грубейшие ошибки во втором периоде привели к тому, что сборная Соединенных Штатов сравняла счет. Ну, ребятам надо отдать должное, рук не пустили. Хорошо начали третий период, забили быстрый гол и довели игру до победы. В предыдущей игре со словаками достаточно много бросили, но пока реализация, да, соглашусь, оставляет желать лучшего, но работаем на тренировках над этим, я думаю, должно продолжать. Ну, тяжелая игра была, как бы здесь легких игр не бывает. Все бились, старались, все молодцы, но забили два гола, потом, может, где-то расслабились, две грубые ошибки допустили в своей зоне. Так нельзя играть, но будем исправляться, как бы. Вышли на третий период, потом уже нам некуда было отступать, мы давили, бросали, и хорошо, что выиграли, забили гол. Вы забили сегодня третью, может быть, победную шайбу. Вы можете как-то прокомментировать именно момент того, как это произошло? Ну, там хорошо, в зоне зацепились, там броски, бросали. Там меня потеряли на пятаке, и один получился. Шайба пришла ко мне, и так получилось, что забил. Я рад этому очень. Тебя в целом американская сборная удивила? Ничего удивительного, в принципе, есть. Я и на молодежном чемпионате мира играл там. Но я даже сказал, что там команда побыстрее. А то есть кого-то из соперников, ну, знал, да, пересекался ранее? Нет, тут я никого лично не знаю. Если не секрет, что сказал тренер в раздевалке после второго периода, когда счет был 2-2? Ну, сказал подсобраться, то, что мы немного подотпустили их, играть ближе, строже и где-то попроще.